Добрый день, у нас тут новая поставка, у нас покрышки Континенталь, называется Контакт Плюс, узенькая, 26 на 1,75, но очень толстый компаунд, это специально для электровелосипедов, то есть для тех, кто хочет очень быстро кататься именно по асфальту. Вот такие вот покрышки, здесь очень толстый, я не знаю, наверное, больше сантиметра толщина вот этой вот выступающей части на протекторе. Так она смотрится вживую, очень прикольно. То есть в сухую погоду кататься по асфальту будет здорово. И еще светоотражающий полоску, вот эта светоотражающая по всей стороне. Можете погуглить, это именно для электровелосипедов сделаны вот такие вот покрышки. А для тех, кто хочет кататься по грунтам, покрышки вот такие. Это наш Вальва. Седьмой уровень защиты. Ну, у Континенталя тоже седьмой уровень защиты, скорее всего. То есть это самый толстый, вот такой у них там антипрокольный слой. Называются они Марафон плюс МТБ. И они широкие, 2,25. То есть именно для катания по грунтам. Вот такой вот протектор. Очень высокий, тоже достаточно здесь толстый материал, светоотражающая полоска и вот такая вот специальная наклеечка, которая показывает, как выглядит изнутри эта покрышка. То есть видите, какая толщина резины вот в этом месте. Ну и то же самое у Континенталя, то есть если погуглите, там тоже будет очень толстая толщина протектора вот этого, толщина шины. Буду тестить и потом попозже расскажу, какая поинтересней. Вот это именно грунты, вот это именно скоростной велосипед.